Здравствуйте, это программа «Город ТЭС» и я Елена Чернявская. Сегодня библиотеки постепенно отказываются от старого концепта «пришел, увидел, почитал», ориентируясь на новые форматы взаимодействия с аудиторией. Не мудрено, что люди, предпочитающие бумажные книги, становятся редкостью, а библиотекам нужно привлекать читателей. Какие конкурсы и проекты сегодня наиболее интересны читателям, я говорю с моими гостями в студии. И первая гостья – Елена Геннадьевна Кудряшова, заведующая филиалом библиотек номер 23. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Я вам хочу рассказать о проекте, который реализуется в нашей библиотеке. Библиотека номер 23, Самарская муниципальная библиотечная информационная система. Мы реализуем проект «Талант высокой простоты», который направлен на популяризацию и сохранение творческого наследия Василия Макаровича Шукшина. Василий Макарович интересен тем, что он един в трех лицах – это актер, режиссер и писатель. У проекта широкая целевая аудитория. Так как творчество писателя изучается в школьной программе, то для ребят, которые приходят к нам в библиотеку, наиболее интересные литературные и творческие встречи, а для поколения постарше – это киногостиные, спектакли и конкурсы. В этом году проходил уже третий раз международный конкурс творческих работ «Пишу в стиле Шукшина». География участников конкурса очень обширна. Это граждане не только нашей страны, но граждане дальнего и ближнего зарубежья, Белоруссии, Молдавии, Таджикистан, Израиль и другие страны. Возраст участников от 15 до 90 лет. И это говорит о том, что интерес к творчеству Шукшина не угасает. Не ослабевает. Но вот, кстати, вы ожидали такого отклика огромного, когда затевали вообще вот этот конкурс? Потому что я знаю, что не одно мероприятие проходит в вашей библиотеке, посвященное творчеству Шукшина. Вот если говорить все-таки о конкурсе «Талант высокой простоты», вот лично вас что особенно удивило? Какие работы, может быть? У нас в жюри достаточно компетентные люди. Это писатели самарского нашего региона. И они тоже были удивлены, что достаточно высокий уровень работ, представленных на этот конкурс. И очень было сложно выбрать победителей. И в этом году победителями оказались участники с Алтайского края. Они практически все забрали у нас призовые места. Хочу сказать, что конкурс поддержали писательские организации Самары и других городов. Это Алтайский край. А многие участники конкурса оставляют благодарственные письма, сообщения. Это на сайте Самарской информационной библиотечной системы и в социальной сети ВКонтакте. У конкурса есть свой информационный ресурс, где размещены все творческие работы. И каждый желающий может зайти, почитать и оставить свои комментарии. А вот, кстати, в чем состоит суть именно этого конкурса? Нужно что написать? Рассказ или, может быть, не знаю, эссе, сочинение? Что присылают? Какие работы присылают люди на конкурс? Присылают свои рассказы. Рассказы? Да, написанные в стиле Шукшина. Хорошо. А какой стиль у Шукшина? Стиль у Шукшина – это рассказ о простых людях со своими чудинками, со своими характерами. Ну, вот в основном вот такие вот творческие работы. Ну, то есть стиль Шукшина, можно ли так сказать, простой, доступный, интересный, но ведь Шукшин еще и обладал очень таким качественным, я бы сказала, чувством юмора. Вот этому аспекту в работах уделялось внимание? Да, конечно, этому уделялось большое внимание. И здесь большая грань, чтобы не допустить, так скажем, своеволия, а именно рассказать о жизненных ситуациях с юмором, с какими-то, со своими взглядами на простые жизненные ситуации. Скажите, а вот вы проникались работами настолько досконально? Я в плане того, что изучали ли вы людей, которые присылали вот эти работы? В основном это люди какой профессии? В основном это писатели. Писатели, то есть да. Это как бы профессиональное сообщество принимало участие. Да. Это Алтайский край, это самарские, это писатели с Алтайского края. Наши самарские писатели это
Ну, фамилии можно не называть. Самарской области. Да, Самарской области. Достаточно известные люди, те, кто любит творчество Шукшина, увлечен этим творчеством. Я знаю, вы сами неравнодушны к творчеству этого писателя. А за что лично вы любите Шукшина, Елена Геннадьевна? Я для себя тоже открыла Шукшина не очень, так скажем, давно, так. Потому что чтение в детстве – это школьная программа. А сейчас я читаю Шукшина и вижу, насколько он близок простым людям, угу. насколько доступен его рассказ об этих людях. Язык понятен? Да, язык понятен, доступен. И, конечно, мы замечаем, что это правда написана. В его рассказах нет совершенно лжи. Описаны жизненные ситуации, с которыми мы встречаемся каждый день. А напомните, в каком году он писал свои рассказы? Он начал писать свои рассказы, еще будучи в армии, служил он в армии, и вот там уже он начал писать свои рассказы. И вот хочу вам рассказать, что в нашей библиотеке традиционно проходят шукшинские дни. Это дни памяти Шукшина и дни... 2-3 октября вы да, и дни Шукшина 25 июля. Угу. И вот, пользуясь случаем, хочу всех пригласить к нам в библиотеку номер 23 на улицу Севастопольскую, 53, посетить 2 и 3 октября Дни памяти Шукшина. 2 октября в 13 часов у нас в гостях актриса Самарского театра «Город» Надежда Атылина с художественным прочтением рассказа Шукшина «Сны матери». Затем продолжится мероприятие, продолжит его Владислав Терентьев, это самарский поэт и публицист. Он очень увлечен творчеством Шукшина, написал ряд стихотворений, угу. посвятил Шукшину. Бывает у нас в библиотеке очень часто. И он расскажет о том, как же он открыл для себя Шукшина. А завершится первый день памяти Шукшина показом спектакля Самарского художественного театра «Здорово, родня». Угу. 3 октября в 10:40 приглашаем вас в библиотеку на культурно-просветительскую программу «Живет такой парень». Она посвящена 60-летию становления режиссерского дебюта Василия Макарыча. Угу. Здесь мы расскажем о том, как Василий Макарович снимал этот фильм, как работал с актерами. Фильм снимался в Алтайском крае. И расскажем мы еще о творческом союзе с композитором Павлом Чекаловым. Вы сказали о том, что пройдет спектакль «Здорово, родня» Самарского художественного театра. Замечательная работа. Я видела этот спектакль. Пройдет в стенах библиотеки, то есть пространство позволяет. Да, у нас достаточно большая библиотека. Mm-hmm. Мы собираем до 80 человек. И очень часто наши гости приходят на мероприятие, зная, что будет интересно, будет познавательно. Среди, вот по поводу участия молодежи в этом проекте, школьники 168-й школы приняли участие в этом году в шукшинских чтениях, сделали спектакль, небольшую миниатюру, угу. по рассказу Шукшина «Микроскоп». Угу. Это был их дебют и наш дебют, и поэтому что-то получилось, что-то не получилось, но все рады. Да. И довольны тем, что смогли поучаствовать в таком замечательном конкурсе. Да. Ну вот, кстати, в библиотеке установились у вас связи со Всероссийским мемориальным музеем, заповедником Шукшина в Сростках Алтайского края. Я прошу вас рассказать об этом поподробнее. Да, в этом году мы установили тесные связи с музеем, заповедником имени Шукшина. Они очень были рады, что на родине предков Шукшина проходят мероприятия, такие же, как проходят и у них на Алтае. И вот сейчас в библиотеке выставлена музейная экспозиция воспоминаний Ивана Петровича Попова в рисунках из коллекции музея. Иван Петрович Попов, новосибирский художник, троюродный брат Василия Макаровича Шукшина и близкий его друг. Попов и Шукшин поддерживали тесные связи не только родственные, но и творческие. И этих двух людей связывала общая
общий взгляд на... На жизнь, на творчество, да, на жизнь, да? На творчество, да. И вот в этих рисунках, которые выставлены на выставке, Иван Петрович отобразил свои воспоминания о детстве, о малой родине, об их творческом взаимодействии друг с другом. А они были очень близки, потому что Иван Петрович Попов бывал на съемках фильмов, живет такой парень. Еще один фильм – это «Странные люди». Также на выставке размещена картина «Шукшин в своем доме». Так называется единственный натурный портрет, автором которого является Иван Петрович Попов. И все экспонаты, которые размещены на выставке, они впервые на Самарской земле. Поэтому я всех... Именно в вашей библиотеке, что особенно почетно, конечно. И я приглашаю всех посетить нашу библиотеку и познакомиться с этой выставкой. Да, особенно приглашаете тех, кто не только знаком с творчеством Василия Макаровича Шукшина, но и любит его преданно и беззаветно. Да, конечно, да. Ну, на следующий год Василию Макаровичу исполняется 95 лет со дня рождения. Скажите, пожалуйста, вот в рамках этой даты какие проекты запланированы? Да, на следующий год мы будем отмечать 95-летие со дня рождения Василия Макаровича. И, конечно, мы подготовим мероприятие. И есть у нас такая задумка наша. Угу. Это подключиться к онлайн-мероприятиям, которые проходят... Будут проходить, да, по всей стране, наверняка. Да, по всей стране. И вот буквально недавно мы списались с музеем, и они очень рады нашему, значит, нашему сотрудничеству и желают, чтобы мы подключились к Шукшинским дням на Алтае, которые будут проходить на следующий год. Также мы планируем в библиотеке экспонировать выставку, которая будет посвящена 60-летию выхода на экраны фильма Василия Макаровича «Живет такой парень». И в наших планах, конечно, это очередной конкурс литературный «Пишу в стиле Шукшина». Я хочу пригласить всех к участию в этом конкурсе, и мы будем рады. И планируется издать сборник. Благодарю вас, Елена Геннадьевна. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. С вами было интересно. Ну, а я с вами, уважаемые друзья, не прощаюсь. Я продолжу сейчас разговор с коллегой Еленой Геннадьевной. И сейчас вашему вниманию предлагаю посмотреть сюжет. Какие еще проекты проходят в библиотеках Самары? Проект «Книжный раритет» полностью оправдывает свое название. Представители филиала номер 5 Самарской библиотечной системы знакомят учеников школы-интерната именно с такими старыми изданиями. При этом за сохранность книг специалисты не переживают, ведь все экспонаты, хоть и имеют возраст более 100 лет, отлично выглядят и готовы к тому, чтобы их продолжали читать. На это тоже нужно обязательно обратить внимание, потому что настолько хорошо издавались книги, если мы посмотрим даже на томик 1913 года Леонида Андреева, то мы видим, что он в кожаном переплете. Книги пожелтевшие страницы, но они совершенно целые. Они полностью сохранили свой вид. В этот раз ребята познакомились с творчеством Леонида Андреева, посмотрели фильм о его жизни, узнали детали его биографии и творческого пути. А самое главное, смогли почитать его оригинальную книгу, которая была пущена в печать еще при жизни писателя. Такое знакомство с автором обязательно подтолкнет школьников к чтению, уверены учителя. Новые ощущения, новые книги, новые издания, новые вдохновения, новые люди. Это же все способствует для того, чтобы ребенок это усвоил, он же запомнит это навсегда. Такая литературная встреча в рамках проекта «Книжный раритет», который изначально задумывался только как выставка, стала уже четвертой в этом году. Из-за большого интереса школьников к таким изданиям подобные учебно-ознакомительные семинары продолжат и в следующем году. Итак, мы продолжаем наш разговор. И Мария Чиндина, заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской. Здравствуйте. Здравствуйте. Побеседуем с вами о ваших проектах. Центральная городская библиотека имени Крупской стремится позиционировать себя в городском пространстве с помощью различных проектов. Расскажите, пожалуйста, вот об этой деятельности цикл «Мастерская Валерия Бондаренко». И я прошу проанонсировать вас лекции на октябрь. Да, действительно, мы очень гордимся этим проектом. Мастерская Валерия Бондаренко – это такие
поиски духовности, которые, возможно, скрыты от взгляда обычного обывателя, но придя на лекцию, наши читатели узнают не только биографию писателя, не только о его творчестве, они в первую очередь задают себе вопросы относительно того, да, как, может быть, стоит жить в этом мире. Те же лекции по Маяковскому, они собирали огромные залы, потому что приезжали люди для того, чтобы узнать вот эту вот тайну поэзии. И вообще, что касается самого Валерия Бондаренко, это не только великий кинокритик города Самары, это в первую очередь философ, который благодаря своим лекциям открывает новые грани познания. И мы действительно хотим, чтобы каждую среду в 18:30 как можно больше жителей города Самары приходили на эти лекции. В октябре они пройдут 11, 18 и 25 числа. Вот ближайшая лекция 11 октября, она будет посвящена теме «Друиды, поэтические миры и 20 век». Угу. Мария, а вот скажите, ну, само по себе, на мой взгляд, слово «лекция» очень скучное. Ну, да, лекции, угу, сразу какие-то такие воспоминания. Происходит ли живое общение? Что происходит вот на этих мероприятиях? Обратная связь какая-то существует? Да, конечно, несмотря на то, что, да, лекция, действительно, слово, которое нам знакомо, угу, в первую очередь с института, угу, это все-таки диалог. Сначала зритель приходит, он вникает, да, надо же понять, о чем говорит лектор, совпадают ли взгляды читателя с лектором. И только затем, да, уже, конечно, сам спикер, он отвечает на вопросы, он направляет человека или, может быть, даже подискутировать. То есть, действительно, современная библиотека — это площадка для поиска информации и поиска себя в этой информации. Угу. Ну, наверняка вы присутствовали на таких мероприятиях. Я намеренно не буду говорить слово «лекция». Скажите, а что нового, полезного вы вынесли для себя? Для себя я вынесла то, что, возможно, школьная биография, она действительно поверхностна, а когда человек прочитал множество книг, не только самого писателя, но также каких-то рецензий, автобиографий, мы видим, что это был настоящий живой человек. Mm-hmm. Он писал книги не как гений, а он писал книги, потому что у него настолько было много внутреннего ресурса, настолько видел этот мир по-своему, и он нам передал это знание, и действительно... Это очень здорово, что у нас есть разные интерпретации творчества писателя. Ну, в таком случае ответьте мне на вопрос, почему сегодня творчество Валерия Бондаренко актуально? Я думаю, что оно актуально в первую очередь потому, что Валерий Бондаренко сохранил в себе традиции прошлого столетия, но при этом он идет ногу со временем. Он не ставит себе каких-то шаблонов, он не ставит себе внутренних ограничений, он готов ко всему новому, он общается не только с категорией взрослой, пенсионеров, он общается с молодыми людьми, он, возможно, не совсем согласен, да, с какими-то новшествами времени, но он их и не отвергает. Mm-hmm. Он принимает жизнь такой, какая она есть, какая она прекрасна, и транслирует это в том числе на своих мероприятиях. Он наш современник? Да. У него изданы 4 книги. Mm-hmm. Также они есть в фонде Центральной городской библиотеки. Октябрь наполнен поэзией. В этом месяце празднуются дни рождения таких известных писателей, как Михаил Лермонтов, Марина Цветаева, Сергей Есенин. Скажите, как ваша библиотека отметит эти события? Да, действительно, мы сами проникнулись тем, что сейчас происходит на улицах. Вот эта вот прекрасная золотая осень. И мы уходим немножко в лирику. Благодаря национальному проекту «Культура» в библиотеке имеется музыкальное оборудование, mm-hmm, у нас есть пианино, микрофоны, что позволяет проводить мероприятия на уже новом современном уровне. Но стоит сказать, что ваша библиотека модельная. Да, у нас модельная библиотека, действительно. И, соответственно, мы приглашаем выступать артистов, это и актеры театров, и ребята из детских школ искусств. И вот 12 октября в 18:30 у нас состоится литературно-музыкальная программа, посвященная Сергею Есенину. Что еще? Также у нас планируется показ спектакля, посвященный Сергею Есенину, где мы расскажем о его любовной линии, угу, которых у него было очень много. И, конечно, в течение всего месяца мы также посвятим экскурсиям по выставке «Не третий Толстой», которая посвящена
Алексею Толстому. Я думаю, каждому, даже жителю города Самары, он известен как автор «Буратино», но немногие знают, что в том числе Алексей Толстой был и поэтом. И вот мы раскроем стихотворение этого писателя. Скажите, вот те мероприятия, которые вы проводите в библиотеке, пользуются популярностью у самарцев? И самое главное, у какой больше всего аудитории? Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы эти мероприятия пользовались спросом. Мы стараемся всегда собирать такую думающую публику, но в том числе и прививать вот этот навык чтения, например, студентам, школьникам, да даже учащимся детских садиков, для того, чтобы действительно они видели, что книга — это очень интересно, что она не потеряла своей актуальности не только как носитель информации, а как вообще элемент такого взаимодействия. Опять же, благодаря нацпроекту у нас в фонде имеются книги и с 3D-визуализациями, и с виртуальной реальностью, и со всевозможными визуальными элементами, которые привлекают к себе не только уже читающих людей, но и тех, кто немножко так боится притронуться к книжной полке. А мы с вами медленно, но верно перешли к вопросу, как изменилась книжная культура за последнее время, и что сейчас выбирает самарский читатель. Мы говорим сейчас о модели библиотеки, но, соответственно, в вашем учреждении. Действительно, сейчас культура чтения поменялась. Мы ушли, к сожалению или к счастью, на сторону гаджетов, но это не говорит о том, что человек перестал читать. На самом деле сейчас современный житель, да, он видит много визуальных потоков информации, и благодаря книге, которая уже не переполняет его какой-то рекламой, а дает ему думающую, да, какую-то анализирующую информацию, человек задумывается и ищет, например, книги лауреатов премий, которые уже выделились. Он задается вопросом, опять же, как отразились его современные проблемы в литературе. Тот же Виктор Пелевин, да, почему он так актуален? Потому что у него каждый год выходит книга, которая как будто предвосхищает проблемы общества. Каждый год, не чаще? Нет, не чаще, но раз в год у него появляются новые произведения. В Центральной городской библиотеке имени Крупской реализуется, как известно, очень много проектов, вот в том числе «Глаголь и жги», посвященный ораторскому мастерству. Вот скажите, пожалуйста, насколько этот проект востребован, ну, наверное, в первую очередь для молодежной аудитории, да? Да, действительно, ведет его тренер по ораторскому мастерству, актриса драматического театра имени Горького Ирина Чернобровкина. Этот проект задумывался как такой старт для начала коммуникации между молодежью. Действительно, к сожалению, из-за гаджетов мы привыкли уже общаться с смайликами, общаться с какими-то сокращениями, но придя на работу или придя в другое, да, учреждение, нам важно именно иметь грамотную речь, поставленную дикцию. И вот Ирина Чернобровкина, она благодаря, во-первых, какой-то психологической помощи и, конечно, благодаря вот этим навыкам актерского и ораторского мастерства показывает, насколько человеческий язык прекрасен, насколько мы можем интересно рассказать, да, даже о том же завтраке. И, конечно, затем ребята выходят воодушевленные, они в себе открывают вот эти вот таланты актеров, да даже не обязательно актеров, а просто действительно умного, интеллигентного человека, который приходит в какую-то компанию, и он действительно может грамотно рассказать о том, что он делает, чем он занимается. То есть Ирина Чернобровкина, можно сказать, приводит к такому лоску и шику речи человека. И действительно, для молодежи это очень актуально. А когда состоится ближайшее мероприятие? 21 октября, также 18:30. Ну, я думаю, что сайт вашей библиотеки информативен более чем. Вы наверняка анонсируете все мероприятия ближайшие. Скажите, а вот как вы выбираете те мероприятия, которые могут 100% заинтересовать вашего читателя? У вас ведь есть свои аудитория, которая ходит к вам постоянно? Ну, конечно, это библиотечное общение, да, есть такой термин, когда читатель приходит и просто не сдает книжку, а мы спрашиваем, как вам эта книга, почему вы ее прочитали. И так мы плавно переходим уже к теме того, чем человек интересуется и куда бы он пошел вечером. Иногда мы слышим такие вопросы, что я бы сходил в филармонию, и тут мы думаем, ага, значит, надо сделать акцент на музыкальных мероприятиях. А порой бывает, а я бы послушал лекцию, которая посвящена Булгакову. И тут мы уже ищем такой вектор направления там, поэзии и прозы 20 века. Да.
Ну, то есть подстраиваетесь под аудиторию. Да. Ну что же, да, завершающим вопросом, Марии, хотелось бы вам задать, вижу, я принесли вы с собой книгу, которую наверняка захотите проанонсировать, я предоставляю вам слово. Да, действительно, фонд Центральной городской библиотеки полон интересных книг. И вот сегодня я принесла книгу современного писателя Марины Степновой, называется она «Хирург». Так. Это ее первая книга. И у нее такой полифонический сюжет в том плане, что здесь мы читаем про Персию XI века, но при этом параллельно мы узнаем про хирурга-современника. Но объединены эти два сюжета тем, что персидский мужчина, что современный, у них есть такой синдром Бога. И вот они через разные перипетии проходят и открывают нам свой вот этот внутренний, может быть, немножко корыстный мир, но книга написана метафоричным языком, очень красиво. И вот, как уже сказали в рецензиях, Марина Степнова не обязательно пишет какие-то умные сюжеты, она пишет именно красивые сюжеты, которые детям приятно почитать вечером, поэтому это такое интеллектуальное чтиво для, опять же, современных читателей. Которые вы, безусловно, рекомендуете прочитать. Да, однозначно. Ну что же, спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Ну что же, увидимся в самарских библиотеках. До свидания, всего хорошего.